Здравствуйте, подписчики и зрители. С вами Тразидос, а также Чистый Рулит. Всем привет. И мы продолжаем играть в SnowRunner. Река Урска, Амур, Российская Федерация. В прошлой серии мы построили с Лехой вот эти два замечательных моста. И мы решили... Ну, он так просто как... Ничего по факту делать не будет, будет трудно. Он катается. Катается здесь около перехода в космодром. И вот, а мы будем, значит, в этой серии выполнять... поручение до дна. Проси, дружище, на заправке нынче облом. Цистерна с топливом, которую нам везли вчера, перевернулся и съехал в реку. Если вдруг ты сможешь ее вытащить и привезти сюда, и тебя заправим... А, и тебя заправим, не вопрос, заставить к парковке цистерны вот сюда. Пропавшую цистерну, которая находится у нас вот здесь. Требуется низкое седло, награда везения 100 опыта, 2050 денег, доступ к точке. В этом месте само берется поручение. Будем использовать также опять Зиксы 605, Голиафы. Так, вроде так он правильно называется. Модовский масс. Ну, попробуем сейчас вытащить цистерну. Только я вот не помню, она у нас на низкое седло или на высокое. Вот будет облом, если она на высокое седло. Не, конечно, на низкое, наверное. Он ее просто тащит, вообще даже не парится. О, поставил. Стоять. Надеюсь, мы сейчас ее захватим. Серия, наверное, будет не длинная, такая коротенький кооп. Ох, я тут намесил грязи везде. О, есть контакт. Зацепил, отлично. Все объездил тут назад вперед. Да? Задом, передом. Цистерну подцепили, теперь везем ее к космодрому. Ну, так скажем. Не на саму карту, а рядом с ней, с переходом. Это прям вообще изи миссия такая. Самая легкая миссия на Амуре. Достать цистерну, привезти ее. О, здорово, дружище. А ты что здесь делаешь? Меня караулишь? Ну что ты задом-то убегаешь от меня? Ого! Ой, что это у тебя с прицепом было только что? Я тебе путь перегородил. Да, здесь видите, какой-то безумец ездит, Лёха, по имени Лёха. Че это у тебя с прицепом-то? Ты куда там хочешь уехать-то? Все позадевал. Ну так вот. Я думал, успею до тебя туда спрятаться. Хотел спрятаться? Да, вот здесь вот занырнуть сюда. Жить, вот. И встретить тебя сигналами. Ну, не получилось. Сигналами? Да. Лёха, дурачится. Ну, я испытываю. Да, у него что-то как-то прицеп. Ура! Так, вот это да, помог. Автокран тут можно... Чего? Автокран тут можно... Неделю ждать из другого города. Теперь хоть работать дальше сможем. Награда 290 опыта, 2050 денег. Че, отлично. Открыли мы теперь здесь заправочку. Можно заправляться. О, переход, наверное, все-таки закрыт до сих пор. Я так думаю. Ну, предполагаю. Если доступ к точке. Нет, он закрыт все равно. Нужно, значит, что-то нужно еще нужно что-то делать. Я-то надеялся, что мы сейчас космодром съездим. Тут заправка уже работает, да? Да, можно заправляться. Хорошо. Заправочка работает. Я хотел в тот карман спрятаться там и тебя встретить. Ура! Там, да, из кустов так. Да, ну, не успел. Ну что, друзья, получилась такая вот коротенькая серия коопчика. И вот, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Тразидос, Часто Рулит. Всем пока, удачи. Да, приятного вам просмотра. Да, всем пока, удачи и добра. Пока-пока. Бай-бай.